Дамы и господа, всем доброго дня. На связи Руслан Захаркин. Вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта. Ну что же, сегодня мы поговорим про Wednesday Inu. Павел, приветствую тебя. Да, всех приветствую. Как говорится, Южная Африка, Турция. Ну что же, мы раскиданы по всему миру, но мы всегда рядом. Итак, очень много новостей. Конечно же, среда, день Wednesday, как обычно, как всегда. Итак, значит, топ-1 платежная система криптоиндустрии EventPay. Мы все смотрели этот ролик, как человек что-то там на баре оплатил в Европе. Это было действительно круто. Также система UniRAM. Что у нас еще? Планируется Binance Live AmaSessie, OKX OX Wallet. Также углубленное партнерство и как раз AmaSessie с биржей OX. Ну что же, промо Wednesday по всему Китаю. Я вот читаю вот эти вот новости, в том числе во всех группах. И, конечно же, немножко в шоке. Павел, пожалуйста, приоткрой завесу тайн. Куда сейчас идет Wednesday Inu и как это нам всем может помочь, особенно холдерам, ну и, конечно же, стейкерам монеты. Кстати, не только в СНГ, но и, как ты понимаешь, еще и в Турции. Да, кстати, криптовалюте Wednesday уже 2 месяца. Такая дата. К третьему месяцу как раз уже будет первый квартал после запуска монеты, и по дорожной карте у нас сжигание. Очень будет большая такая интрига, сколько монет будет сжигаться, сколько монет выкупят вообще на панкейки. Может быть, это прям такая большая тайна, но я думаю, что спекулянтам это понравится. Хотя мы больше, конечно, за холдеров, за стейкеров и за тех, кто будет пользоваться реально монетой как платежным средством, но понимаем, что на рынке также еще очень важны спекулянты, которые зарабатывают на росте, трейдят монету и так далее. Поэтому вот эта новость по сжиганию токенов, она тоже для спекулянтов очень важна. Потому что будет покупка монет на бирже, будет их сжигание. Так что тоже очень интересно. Это как раз к слову для тех, кто пишет, а когда админы там будут покупать монеты и так далее по рынку. При этом за 2 месяца у нас монета превратилась, во-первых, в мультичейн криптовалюту, потому что она сейчас доступна на полигоне, на эфириуме. Вот как раз с полигоном мы ведем переговоры о том, чтобы они интегрировали свою экосистему, о том, что они постили в своих социальных сетях о Wednesday. Также предлагали нам какие-то определенные тоже стартапы и криптокомпании по NFT-играм, GameFi. Так что тоже полная интеграция в их экосистему. И, соответственно, эфириум. Многие ждут вообще полной Uniswap, потому что на Uniswap больше китов, больше такие торги интереснее. Поэтому, конечно, для этого мы сделали мост и к эфириум блокчейну. И еще очень важный момент, то, что мы добились за 2 месяца, монета стала настоящими деньгами. Самыми настоящими. Не щиткоин, не там мемкоин. Настоящие деньги. Причем, я думаю, даже круче рубля. И круче там турецкой лиры или африканского ренда, потому что, например, африканский рен, турецкая лира, нет, она торгуется только, она вообще существует только внутри страны. То есть ты можешь за лиры турецкие пойти купить в Турции, но в Москве, там, в Африке, в Азии ты ничего не купишь о них, они никому не нужны там. Это местная локальная валюта. Wednesday – международная валюта, цифровая валюта, потому что, первое, у нас есть Visa Card через Voltino. Кстати говоря, я заказал себе эту карточку. Знаю, Алексей Стелс заказал, тоже некоторые наши холдеры заказали. И мы будем постить видео, как мы будем оплачивать с этой карточки какие-то товары, покупки, кофе в кафе и так далее. Это первый момент, Visa Card. Кстати, Visa именно как раз и способствовала вот этому мощному бычьему ралли на Wednesday токене в 70 иксов. Кстати, как только вот мы сейчас общаемся по этому видео, я вижу, от OKX пришел анонс официально о партнерстве. Это тоже очень важный момент. Мы сейчас к нему вернемся, когда я закончу мысль. Значит, интервью дает о себе знать прямо здесь. Да, прямо и вот прям тут же, вот во время интервью, я вижу, у меня оповещение в Telegram, что они подтвердили, но тоже запостили новости. Это тоже очень важно. Мы вернемся к OKX уже отдельно. Сейчас мы говорим про платежную систему, то есть Visa Card. Второе. EventPay. Что такое EventPay? Это топ-1 криптомерчант вообще в криптоиндустрии. Он сотрудничает с OKX Pay, с KTO Pay и, самое главное, с Binance Pay. Это вот прям самый мощный. Они, кстати, сейчас запускаются, у них пресейлы были по токенам. Создали собственный токен,
будут выходить на Binance биржу, то есть там у них очень большая структура, и мы, конечно, через это партнерство тоже можем делать определенные коллаборации, колы с Binance, созваниваться с ними, общаться в Zoom, потому что у нас есть теперь прямой контакт через EventPay. Поэтому в нашем комьюнити многие отметили, и мы постили, что за EventPay у них не так много подписчиков в Твиттере, они ничего не крутят, никакие аирдропы не проводят. У них прям реальные вот инфлюенсеры, компании, в основном криптокомпании у них в Твиттере сидят, и там за ними очень активно наблюдает Чампин Джао. То есть Чампин Джао наблюдает за тем, с кем у них происходит сотрудничество, коллаборации, партнерство. И, конечно же, он знает уже про Wednesday Addams Token, что для нас очень-очень хорошо. Это значит, что мы, потому что скоро мы будем общаться с Binance Labs, с их фондом, для того, чтобы они присоединились как инвестор в Wednesday Token. И, возможно, выделяли определенные гранты, чтобы мы бы как раз выходили на Baby Doge Swap, на MDEX Swap, на B-Swap и так далее, и заливали там большие пулы ликвидности. Поэтому по Binance Labs отдельно. И вот чем хороший EventPay? Как мы видим на видео, которое они засняли, что в Европе бар, человек выпил какой-то коктейль, что-то там, да, мохито какой-нибудь и так далее, просто там раз 10 евро ему дали счет, и он расплатился токенами. Что очень важно, это значит, что любой человек может в Европу приехать, если увидеть вот эту точку, где принимают EventPay, а принимают ее в 50 странах мира, есть адреса, то есть там у них на карте, на сайте можно посмотреть места локально, где, вот, например, принимается интегрированная система EventPay. Человек придет в той же Европе, раз расплатится токенами Wednesday. В Москве есть, в Москва-Сити у них терминал, я знаю. Тоже можно там что-то приобрести за Wednesday токен. Таким Кстати, я образом, хочу в если ты... Москве протестировать, да. Да, вот в Москве тоже очень важно, надо посмотреть, тоже ролики снимать. Я знаю, в Москва-Сити у них есть, то есть там надо посмотреть, где именно находится Москва-Сити, и тоже приобрести. И вот чем важна эта новость? Потому что если за монету можно расплатиться, купить какой-то товар, значит это деньги. Значит это уже не спекулятивная какая-то монетка, которая там на пампах прокатился, вышел, пошел искать другую. Нет, этот шейхолдер может пойти куда-либо, в кафе, в бар, в магазин, расплатиться. И еще очень важно, EventPay даже через мобильное приложение позволяет стать мерчантом. Можно просто вот эту машину заказать. Ну, вот как обычный терминал, который есть во всех магазинах, кафе, у них точно такая же система. Прям через Trust Wallet человек расплачивается. Или MetaMask, или Nabox Wallet, или OKX Wallet. Он может легко расплатиться. И мы тоже интегрируем это. В Эстонии у нас очень много мерчантов. В Южной Африке, в ЮАР. В Европе, то есть во многих странах мира, кто в Москве тоже захочет быть мерчантом, мы с ними на связи, я думаю, будем создавать отдельный даже веб-сайт, может быть, на нашем веб-сайте отдельную страничку по как раз вот партнерствам с платежной системой для того, чтобы, так скажем, объяснять людям, как стать мерчантом, как использовать EventPay и принимать Wednesday токен к оплате. Соответственно, это будет способствовать очень большому объему торгов на бирже, потому что, чтобы расплатиться токенами, человеку надо их купить на Pancake. Или на OKX Wallet, или там на Uniramp. Кстати говоря, ну вот это новости про EventPay, теперь новости про платежные системы. Первое, Uniramp. Сейчас они из бета-версии вышли, и мы сейчас на сайте, прямо на сайте интегрируем Uniramp Wallet, Uniramp систему, чтобы человек, зайдя на сайт Wednesday, мог с помощью Apple Pay, Google Pay, банковской карты купить токены Wednesday. Рубли там не поддерживаются, но там поддерживаются, кстати, это знаешь где? Buy Tokens наверху, вот там вот сайта, там как раз Uniramp Wallet на сайте. И суть в том, что вот в самом конце, да. И суть в том, что человек может за ренды, за турецкие лиры, вот ты даже можешь за Wednesday поменять на эти турецкие лиры себе через Uniram, находясь в Турции. Это тоже очень важно, потому что за фиатные валюты, чтобы человек мог покупать. И особенно если он не хочет регистрироваться на бирже, вот OKX, например, пользователи из России сейчас не принимает, некоторых других. Но вот они могут через Uniramp покупать или через PancakeSwap, но кто не любит заморачиваться с этим панкейком, то здесь можно делать вот так вот. Соответственно,
Далее у нас как раз произошла интеграция еще с Guarda Wallet, европейский очень популярный кошелек мультичейновый. И там тоже есть возможность как раз Visa Card, покупки через фиатные валюты и обмен тоже. Там есть как раз подключенный к PancakeSwap. Суть в том, что мы сейчас интегрировались в Guarda Wallet и начали переговоры с ChangeNow сервисом. Это вот один большой гигант NowPayment и Gardarian, который как раз с Guarda Wallet сотрудничает. Суть в том, что Wednesday можно будет обменивать на топовые криптовалюты через ChangeNow, через NowPayment и Gardarian за евро, доллары, разные другие валюты. Также можно будет покупать через Apple Pay, Google Pay. Это все очень там очень просто, в один клик и так далее. Значит, соответственно, мы сможем приводить, во-первых, упростить работу мерчантам, потому что мерчанты, они не любят это все, биржи, им нужно конкретно, чтобы им завели, а потом они будут вводить. Опять же, у нас в Эстонии среди эстонских партнеров есть очень важная система по мерчантству, что они обнал делают только 30%. Это вот как раз для тех, кто ждет роста монеты Wednesday. Соответственно, люди покупают, покупают, а у нас через Wednesday откроют такой секрет, у нас будет продаваться даже недвижимость. То есть можно за Wednesday будет купить дом в Европе. Это тоже очень важно. Так что можно класть токены на стейкинг, можно как раз ждать роста, потому что монеты сейчас в стадии роста находятся. Даже несмотря на то, что сейчас происходит определенная коррекция после сумасшедшего просто какого-то роста в 70 иксов. Понятное дело, эта коррекция происходит. Но дальше на новостях по ОКИКС, который мы обсудим, и многих других, она, конечно, будет идти выше, потому что сейчас холдеров около 5000, но с нашими новостями и с нашей работой я уверен, что мы спокойно можем сделать это количество в 50 тысяч холдеров. Соответственно, человек, который крупный инвестор, вот мы уже на той стадии, когда мы можем говорить с очень крупными инвесторами, которые готовы 100 тысяч долларов вложить в токены. Понятное дело, что человек на 100 тысяч, ну, никогда не зайдет в какой-то щиткоин, какой-то непонятный левый актив, памп-дамп, ему это неинтересно. Ему интересно, не нужны ему там 10, 20, 30 иксов, он все понимает, что со 100 тысяч долларов вывести такое сложно. Ему нужно 20, 30, 40% профит. Это тоже для него уже хорошо. Я просто знаю, когда я сам вкладывал крупные суммы в криптовалюты, от 50 тысяч долларов, и знаю, что хочет крупный инвестор. И, соответственно, крупный инвестор может вложить деньги в Wednesday, поставить на стейкинг, просто холдить. У нас 2% с каждой транзакции идет. Так как у него будет топовый кошелек, соответственно, к нему будет больше идти. Заказать Visa Card через Вольтину, либо заказать Visa Card через Guarda Wallet. Мы тоже сейчас как раз, это в очень скором времени мы все это сделаем, чтобы еще и там Visa Card появилась. Просто ходить расплачиваться, покупать, делать покупки, как актив, который растет у него, который увеличивается за счет вот как раз системы по смарт-контракту. Расплачиваться плюс еще и, например, накопить токены, они еще вырастут в цене, купить тот же дом в Эстонии где-нибудь, в Европе, почему бы и нет. Особенно если люди, которым интересно инвестировать в недвижимость. То есть это тоже можно сделать. И мы начнем с Европы продажу недвижимости. Дальше пойдем в Дубай, потому что у нас в Дубае тоже много контактов, сейчас там недвижимость на хайпе, и, соответственно, за токены Wednesday, я не говорю сейчас стопроцентная гарантия, но однозначно скажу, что мы собираемся вести переговоры, подключать все наши контакты, чтобы в Дубай можно было покупать недвижимость за Wednesday. Это тоже важно. То есть event pay, мерчанство, как раз ты туда тоже подключи. Соответственно, для крупного инвестора это уже выгодно, потому что он сможет, получается, купить дом, купить апартаменты дешевле, чем если бы у него были просто евро, доллары, тем более рубли, которые нигде не принимают. И мы знаем, что доллары и евро, это, ну, происходит каждый месяц просто обесценивание этих денег. То есть инфляция растет, и, соответственно, ну ничего, в банк положить на счет, ну там никаких гарантий нет, тоже там инфляция, там такие процентные ставки, это смешно. У Wednesday по стейкингу гораздо выше процентные ставки, причем, как мы видим, что несмотря на высокие процентные ставки по стейкингу, цена очень хорошо держится, несмотря даже на недавний обвал BNB. То есть, если бы не обвал BNB, Wednesday значительно даже дороже бы стоило. Поэтому это значит, показывает надежность актива, что он после огромного пампа
очень хорошо держится в течение месяца, что его покупают люди, что его покупают киты, да, на крупные суммы люди покупают. Мы видели и покупки на 20, и на 30 тысяч долларов токенов Wednesday. Это значит, что он уже привлекателен для крупных кошельков, а не только там, да, которые люди на 10-20 долларов торгуют. Это первый момент. И поэтому с учетом того, что у нас еще будет Now Payment, Guarding, как я сказал, Change Now, Wednesday станет абсолютно стопроцентным платежным средством, настоящими деньгами. И дальше останется только через Event Pay как раз вот подключать все больше мерчантов. Ну и та же карта, вот Visa, человек пошел в любой точке мира, расплатился, кроме России. В России санкции. Visa карта здесь там не работает. Но я думаю, санкции скоро снимут. И теперь к следующим новостям переходим. Просто, как видишь, у нас очень много разных новостей, поэтому я это все рассказываю и Поэтому я рассказываю. тебя попросил выйти в эфир, уделить свое драгоценное время. И вот в таких офисах мы с тобой вещаем. Люди очень хотят знать подробности. И мне очень приятно, что ты согласился и на Захаркин Крипта уже сегодня выйдет это видео. Обложку заказал, люди ждут. Конечно же, и АМА-сессии, и всего-всего, и Binance. Поэтому слушаем тебя внимательно, а потом пару вопросов задам. Погнали, продолжаем. Да, и теперь как раз по новостям об OKX. OKX предложила Wednesday токену сотрудничество на долгосрочной основе. То есть сначала мы начинаем с OKX Wallet, все, интеграция произошла. Прямо в прямом эфире, когда мы сидели, они подтвердили, что они запостили все. Соответственно, мы начали с OKX Wallet. У нас люди спрашивают, а почему вот OKX 0, Wallet, это же Web 3.0 кошелек, там по смарт-контракту можно добавить любой токен. Можно, но чтобы там отображалась цена, чтобы его можно найти было не по смарт-контракту, а в поиске, и чтобы его поддерживали программисты, нужно партнерство и интеграция в кошелек. Соответственно, у Wednesday эта интеграция произошла, поэтому любой человек может установить себе OKX Wallet, вбить Wednesday токены, все, и его там найти. И, кстати, очень важно, OKX Wallet и OKX Exchange находятся на одном приложении. То есть это все тоже очень просто. Там же есть DEX, очень хороший, тоже ему удобно пользоваться, прямо в OKX Wallet, где Wednesday можно покупать, обменивать, и гораздо проще, чем, например, на Pancake, не нужно ни по смарт-контракту что-то находить. Это тоже важно. И дальше у нас по плану AMA-сессия с OKX, промо, потому что они взялись за промо, они им специально выделили тоже за это бюджет, чтобы они по китайским медиа, СМИ, ресурсам рассказали о Wednesday токене максимально подробно, интересно и максимально эффективно. Соответственно, сейчас начнутся вот как раз публикации, и весь Китай будет знать через OKX о Wednesday токене. Чем круто? Да, мы оплатили, например, промо, но они не берут, они как не как рекламное агентство, которое берет там все какое-то. Наоборот, они, у них есть уже наработанная база СМИ, медиаресурсов, которая делает им огромнейшую скидку, и, соответственно, они просто им платят, отправляют это все, распределяют. И таким образом охват людей, которые узнают про Wednesday, и потенциальных инвесторов, он будет очень большим. Поэтому мы здесь тоже ждем определенные покупки, очень хорошие покупки. И следующее, это AMA-сессия с OKX. А дальше очень важно. Это выставление токена на голосование по листингу. Отмечу, что листинг, если просто какой-то фаундер, какой-то токен придет на OKX, скажет, я хочу у вас залиститься, ему скажут, не вопрос, 500 тысяч долларов. Если OKX выбирает себе партнера, прям такого хорошего партнера потенциального, то они делают следующее. Они выставляют, они сначала делают ему OKX Wallet, там OKX Chain, AMA-сессии, промо, и только потом выставляют на голосование. Но, будучи уже уверенными, потому что на AMA-сессии они порекомендуют своему комьюнити голосовать за Wednesday. Возможно, даже дадут какие-то подарки. То есть представь себе, да, там будут еще какие-то 4 монеты, например, 3-4. Но сам CEO OKX будет говорить голосовать за Wednesday и еще подарок даст какой-то, если все люди проголосуют. Но кто победит тогда? Понятное дело, Wednesday победит. 99% вероятность, что Wednesday побеждает на этих голосованиях. И, соответственно, ну, конечно, нам тоже нужна будет поддержка комьюнити нашего, это однозначно. Если мы листимся на OKX, в чем я уверен,
то монета выходит на очень серьезный уровень, потому что OKX это топ-5 биржи по CoinMarketCap. Только OKX разрешили продавать Китаю криптовалюту официально, у них лицензия в Гонконге. Это значит, что весь Китай сразу же узнает про Wednesday и начинает покупать. Мы тоже берем очень крутого маркетмейкера, еще делаем дополнительное промо уже на биржу, и, соответственно, ну, там уже будут другие люди покупать на OKX. Я знаю, что там уже могут быть покупки и на 100, и на 200 тысяч долларов, потому что эта биржа очень серьезная. И на этих биржах сидят фонды, китайские фонды, они сидят как раз там. И они не могут покупать вот эти там щиткоины, которые на Pancake и Uniswap не могут. Они могут только официально через лицензию от OKX купить что-то. Понятное дело, они там будут покупать биткоин и так далее, но любой фонд, любой крупный инвестор, ему еще интересна часть своего депозита инвестировать в стартапы. И они видят Wednesday, они видят, что Wednesday рекламирует OKX. Они видят, что Wednesday это настоящие деньги, платежная система. И, конечно же, они думают, а почему бы и нет? Понимаю, что еще сериал будет скоро, второй сезон, и определенный хайп. Понимаю, что у нас разрабатывается prediction платформа совместно с топ-1 криптовалютой Китая Чайнлин. Конечно же, фонды, которые сидят в OKX, также будут покупать Wednesday. Тут уже зависит от них, на какой процент от своего депозита они это будут брать. На 1, 2, 3, 5 или 10%, может 20% кто-то зарядит. Но даже 5% от депозита это может быть миллион долларов, потому что там сидят такие сумки огромные, это фонд. Соответственно, это очень круто. Плюс, кстати, ходят слухи, что в Китае вообще хотят сделать альтернативу доллару в виде криптовалют, в виде биткоина и каких-то цифровых юаней. Поэтому у них сейчас как раз будет очень сильно развиваться это направление крипты. И, соответственно, очень многие будут китайцы, а богатые, и обычные, и бедные будут инвестировать в криптовалюты. Соответственно, Wednesday через OKX тоже очень хороший для них вариант. Кстати, сериал был очень популярен в Китае, тоже Wednesday. Поэтому я думаю, на OKX, кто ждет пампа, вот конкретно для тех, кто прям ждет очень сильно памп по Wednesday. После листинга на OKX очень большая вероятность, просто колоссальная вероятность, что будет сумасшедший памп и пробитие ТХ. Поэтому тоже я успокою этих людей, что они все, чтобы они понимали, что все будет там тоже хорошо. Мы работаем и над этим тоже. Так что такие вот новости по OKX. По Chainlink еще добавлю. У нас готовы все смарт-контракты. Chainlink программисты проверили, одобрили. Сейчас разрабатывают наши дизайнеры дизайн, интегрируют это потом программисты все на сайт. Еще раз проверяем, как это все работает. Проверяют Chainlink. И, соответственно, Chainlink постит новости о том, что мы вместе с ними создали prediction платформу очень крутую. В Chainlink сейчас более 1 000 000 подписчиков в Twitter. То есть очень большие охваты. Может быть, мы даже договоримся и про АМА-сессию вместе с ними, чтобы их крупные инвесторы тоже послушали, узнали. Добавим какого-нибудь, найдем еще китайца хорошего, как амбассадора, чтобы он тоже нас поддерживал. Так что здесь в этом направлении все отлично. Ну и теперь можем к вопросам перейти. Да, вот как раз для тех, кто не знает, что такое биржа OKX, это бывшая биржа OKX, сейчас она называется OKX после ребрендинга. По спотовой торговле занимает 5-е место согласно рейтингу CoinMarketCap, я сейчас показываю экран. По деривативной торговле, это фьючерсы и маржинальная торговля, вообще 2-е место сразу же после Binance. Ребят, девчат, это очень серьезный уровень, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. А теперь, конечно же, вопросы. Как ты считаешь, Паш, вот на сегодняшнем жизненном этапе, исходя из графика, исходя из количества холдеров, исходя из общей капитализации, нужна ли сейчас биржа Binance или не нужна? Именно листинг там. В основном такие вопросы сейчас. Ну, сначала нужно выйти на биржу OKX. После выхода на OKX Binance 100% само пишет уже. Сами пишут, говорят, да. Они уже прознают про Wednesday очень хорошо. Они уже знают через EventPay, они знают через Вольтыну, потому что они там тоже подписаны, следят за их новостями. От Джейка Гагарина и Рудни, это тоже Binance активно следит за тем, что они продвигают, что они там за их АМА-сессиями. Поэтому, конечно, и Чампин Джао, и Binance уже хорошо знают про Wednesday. И после выхода на OKX, я думаю, что мы начнем как раз переговоры с Binance по листингу и начнем это обсуждать.
Поэтому следующая биржа, на которую мы должны выйти, это как раз Binance, после OKEX. Второй вопрос. Какие еще криптокошельки рассматриваете для того, чтобы залистить монету Wednesday, ну, помимо тех, которые уже были озвучены? Ну, из того, что еще озвучено у нас было, это, да, SafeMoon. Остальные все мы интегрировались, там, Quartal. Quartal вообще был сюрпризом для всех. У нас еще BitKeep. Сейчас ведутся переговоры с ними. Мы как раз форму для них, для их программистов заполняем. BitKeep тоже очень мощный кошелек, там 500 тысяч подписчиков в Твиттере, очень много пользователей. Есть еще один кошелек, небольшой, с небольшим комьюнити. Не думаю, что там как бы спекулянтам это будет неинтересно, потому что цена от этого не поднимется никак. Но по функционалу он мне очень понравился, этот кошелек. И там можно, там есть такая система, что есть кэшбэк, когда ты там пользуешься криптовалютой, там покупаешь, просто там что-то делаешь, отправляешь. Производится определенный кэшбэк, который идет на карточке, как там Алиэкс, подарочные карточки. Ты можешь в этот кошелек их добавлять или создавать, Алиэкспресс, там Amazon и так далее. И потом просто за использование крипты можно получать вот эти вот бонусы и потом что-то покупать себе. Вот мне вот эта тема очень понравилась. Я думаю, что многим пользователям она тоже понравится. На цену это не повлияет, но как бы на еще дополнительное применение, дополнительные бонусы от Hold the Wednesday они будут. Поэтому тоже такой кошелек. Хотя я знаю, что вот у меня знакомый в ЮАР, он пользуется этим кошельком, мне его как раз и показывал. Очень богатый человек, поэтому, может быть, вот миллионеры, например, они очень любят такие темы, чтобы чем-то пользоваться, а им еще на карточку даже не любят скидки. Вот как ни странно, у людей очень большие деньги, но вот они очень любят, чтобы на Amazon, на AliExpress что-то такое приходило, им какие-то баллы, и они потом со скидкой покупали. И они вот такие кошельки ищут, и такими пользуются очень активно. Поэтому, может быть, кто-то, вот мы залистимся на этот кошелек, кто-то будет очень крупный сразу же закупаться в Wednesday. Он будет, их будет несколько, а не тысяча, но они тоже повлияют очень значительно на цену. Поэтому будем смотреть. Это по кошелькам. То есть три кошелька у нас еще. И вот еще один. Тоже ведем с ними переговоры. Сейчас делаем для них giveaway. Создаем. То есть четыре кошелька у нас получится. Я на так вот. Потом мы уже переходим на новый этап, потому что, ну, на все крутые кошельки, да, зашли. В принципе, больше не нужно будет. Вот есть еще тоже такое инсайт. Мы ведем переговоры с Trust Wallet, чтобы на Trust Wallet официально сотрудничать тоже, то есть последних кошельков. А далее мы переходим на сотрудничество с GameFi проектами, с метавселенными и так далее, чтобы Wednesday токен применялся, использовался в играх. Это тоже момент такой интересный. Спасибо большое, Павел. А в дальнейшем планируется ли создание своего собственного криптокошелька? Ну, например, Wet Wallet, Wednesday Inu Wallet? Или это все-таки ненужная история? Здесь мы будем очень смотреть, просматривать, насколько будет удобно нашим холдерам, потому что можно, не создавая свой собственный кошелек, создать, ну, как бы что-то типа как конструктора и собрать все. Вот там с Guarda Wallet преимущества, с OKEX Wallet, с SafeMoon, с Trust Wallet и так далее. Все преимущества в одном месте собрать, и чтобы на одном кошельке это сразу все было. Но, в принципе, ну, для того, чтобы люди не использовали для Wednesday сразу 5 кошельков, а чтобы это все было в одном. Вот это можно рассмотреть, такое, так. Моя позиция, что у Wednesday есть тема с NFT Mystery Box и NFT Watch to Earn, плюс с Prediction Platform, это ее проекты. И какой-то отдельный кошелек есть уже есть очень крутые кошельки, которые много чего позволяют, и у них и Visa карты, возможность за фиат покупать. Поэтому с ними просто надо партнериться, сотрудничать и не создавать самим велосипед в данном случае. Можно просто что-то для удобства сделать, какое-то приложение, чтобы люди могли переключаться, например, легко между этими кошельками. Такое можно сделать. Планируются ли какие-то проплаты рекламы именно на телевидении, на радио или достаточно только интернет-ресурсов на сегодняшнем этапе развития Wednesday?
Ну, на телевидении, на радио точно нет, и ни одна криптовалюта это не делает, потому что это будет просто не работать, как бы. Слушай, такой И, вопрос. Люди думают до сих пор, можно там еще проплачивать. ну, нет, даже если там, не знаю, на Первом канале кто-то пропиарится как криптовалют, даже если им разрешат, то пользователей оттуда не придет никаких. То есть здесь, поэтому всегда тематические ресурсы должны использоваться. У нас есть очень крутое рекламное агентство из США, мы с ним сейчас как раз сотрудничаем, платим зарплату очень большую для того, чтобы они как раз работали над очень интересными вещами, и Binance Live AMA как раз они нам делают, оформляют. И плюс еще по поводу маркетинга, интересная новость, у нас есть выходы на актеров из сериала Wednesday, и, как я говорил, на Дженну Артегу. Сразу скажу для того, чтобы не было потом претензий, вот, вы говорили, обещали Дженну Артегу, а где она? Может быть, в своем Инстаграм она постить не будет, потому что тогда и Netflix сколько, миллион долларов штраф выпишет за такие вещи, что Netflix за этим следит. У них подписывается контракт с их основными актерами, что они не имеют вообще права ничего рекламировать. Только рассказывают про сериалы и так далее. Потому что и Netflix за это большие деньги платит. Но она может зато участвовать на сессиях, участвовать в интервью, рассказывать людям в чате. Например, у нас есть чаты в Telegram и так далее. А в Ама Твиттер. То есть она может здесь полностью участвовать. Может быть, она сейчас она не сможет использовать свой Инстаграм для продвижения. Хотя какую-то, может, нативную рекламу мы и придумаем для того, чтобы нативная реклама была. Как бы это не реклама, но вот что, например, у нас будет какая-то встреча где-нибудь, например, в Нью-Йорке будет презентация Wednesday Token, и он-то приедет. И она имеет полное право посещать такие мероприятия и выкладывать в Инстаграм. И там будет как бы немножко мелькать Wednesday Token, баннер и так далее. Это как бы не реклама, но при этом нативная реклама. Так что по Жене Артеге мы продумываем стратегию, чтобы ей плохо не было бы с Netflix, да, чтобы не было претензий. И нам было бы хорошо, чтобы она продвигала NFT-коллекцию, токен и так далее. Поэтому на Джену Артегу выход есть. У меня тут как раз самолет летит. Вероятнее всего, кто-то за Артега уже полетел. Ну, когда у тебя такие многомиллионные контракты, конечно, да, нужно соблюдать их, чтобы не попасть на санкции, но всегда есть какой-то обход. И по поводу онлайн и офлайн мероприятий на ближайший 2023 год, какие планы? Ну вот у нас, в принципе, в планах в Москве поучаствовать на твоих мероприятиях. У нас в планах поучаствовать в США, там, в Нью-Йорке, в Чикаго на определенных выставках. У нас однозначно в планах еще европейские выставки, как раз вот с мерчантами EventPay. И я думаю, OKX нам будет предлагать очень интересные мероприятия в Гонконге, и даже у нас, скажу честно, в Китае нет никого из команды, которые могли бы там быть спикерами, но я думаю, мы с OKX договоримся, чтобы они выделили нам человека, и они продвигали наше совместное партнерство в Гонконге. Это отлично, да, на самом деле немножко даже пропиарил меня, спасибо большое. В конце августа 2023 года я в центре Москвы планирую проводить именно крипто-ланч, крипто-мероприятие. Там будет немножко из реального сектора экономики, но в целом это в первую очередь, конечно же, отметить пятилетие YouTube-канала Захаркин Крипта, презентовать свою 18-ю книгу по крипте. Третье, ну, сделать определенные, скажем так, предложения к правительству Российской Федерации по трейдингу. Ну и, конечно же, мы обсудим именно Web 3.0, мы обсудим DeFi сектор, и вот как раз вполне возможно, что Wednesday станет спонсором мероприятия, причем генеральным спонсором. Вот, и я уже расскажу про монету Wednesday. Это будет мероприятие на 4-5 часов. Я буду арендовывать лофт. Будет определенный кейтеринг. Ну, такая вот хорошая программа на 50, 60, 70, ну, край 80 человек. Поэтому обязательно вот ссылочка будет в описании под этим видео, в закрепленном сообщении. Приходите, интересуйтесь, кто в Москве, вообще легко можно как раз попасть. Разумеется, чтобы попасть, нужно быть холдером монеты. Сразу говорю, холдером монеты. Либо человеком, который действительно интересуется данной историей. Павел, спасибо большое, ты ответил на все вопросы. Вот, будем ждать тебя в Южной Африке, в Турции, обязательно приезжай.
Вот, рассматриваем все возможности для того, чтобы пиарить криптовалюту, пиарить Венсдеино, ну и, конечно же, развиваться в партнерствах. От себя замечу такой факт, что я никогда не видел ни одной монеты, которая так бы заморочилась с партнерствами. Вот недавно вышел определенный там какой-то скам, даже не буду говорить, 30 тысяч долларов собрал за час и всю ликвидку вывел, и все. Ну какой в этом смысл? То есть человек, допустим, похерил свою репутацию, там, 8... ищут там и так далее, и так далее. Но зачем это нужно? Нужно развиваться экологично и давать возможность зарабатывать всем. Когда я 17 апреля 2023 года выпустил еще со времен пресейла в Венсдеино, когда на один кошелек антикит защиты, нельзя было больше одного BNB инвестировать. С момента непосредственно листинга у меня более 38 иксов не зафиксированных. Более 38, потому что я понимаю, что потенциал этой монеты может быть значительно больше, нежели чем какие-то 38 плюс иксов. Вот и все. Поэтому здесь движение вперед. Я желаю каждому из вас хороших результатов. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост. Подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Подпишитесь на все социальные сети и ресурсы в NSDI, но особенно на Telegram англоязычный, русскоязычный, Twitter. Смотрите сайт Wednesday.ino. Ну и, конечно же, поддерживайте монету. Как вы можете поддержать? Вы можете поддержать как и там, допустим, с деньгами, так и без денег. Без денег это делается значительно проще. Репосты, пожалуйста, записи, свои посты, хэштеги, wet токен, Wednesday.ino. Все это делается легко. Самое главное было бы желание. Если хотите стать холдером, можно приобрести монету не только на Pancake, еще в других местах это можно сделать. Ну, самое простое, Dex Tools и, конечно же, Pancake. Парик BNB приобретаете, есть стейкинг, самый выгодный СПР, это как раз годовых процентов, на полгода можно поставить, и вы можете так получить возможность сохранения и приумножения своего капитала. Павел, у нас буквально 2 минуты, что бы ты пожелал холдерам, как действующим, так и потенциальным? Я бы пожелал, конечно, немножечко переосмыслить криптовалюты. То есть, во-первых, если кто любит прям очень спекулировать, у нас есть VIP-клуб, сейчас там проходит каждую неделю очень крутое обучение, там лучшие трейдеры, очень крутые трейдеры, там спикеры. Мы обучаем людей для того, чтобы они не попадали в просадки, как раз на таких щитках, которые пампятся, дампятся, потому что щиткоин это всегда памп и дамп. То есть всегда большая часть там потеряет. Но мы обучаем людей, чтобы на этом пампе можно было заработать деньги. И как минимум не потерять на них. И дальше уже искать другой щиткоин. Так что кто любит спекулировать, добро пожаловать в наш VIP-клуб. Но только нужно быть, конечно, холдером Wednesday, причем на 1 миллиард токенов. Но это все при правильном заходе в такой щиткоин. Вот там еще Амалия Алтынбаев, Алексей Стелс и так далее. При правильном заходе в такой щиткоин, там можно этот 1 миллиард, это 4 тысячи долларов, 3,5 отбить вообще мгновенно. И еще сделать кучу иксов сверху. Это для тех, кто любит спекулировать. Для тех, кто видит в криптовалюте новые платежные инструменты, новые платежные сервисы, деньги реальные, конкуренция доллару, то Wednesday как раз работает в этом направлении очень активно. Поэтому они могут заказывать сейчас Visa карты, пользоваться EventPay, то есть, может быть, рекомендовать своим друзьям, у которых есть бизнес, использовать не только фиатные деньги, но еще и EventPay подключить и Wednesday расплачиваться. Так что тоже здесь можете писать админам по этому вопросу и однозначно рассматривать Wednesday как интересную долгосрочную инвестицию с возможностью как раз-таки покупки и использования Wednesday как реальных денег и еще тому, чтобы зарабатывать больше, чем если бы просто положили бы вклад в банке где-нибудь. Это тоже очень важно. Thank you.